Здравствуйте, мои дорогие и любимые зрители! Сегодня мой репортаж я веду из ГУМа. Очень люблю праздники и готова рассказывать о них снова и снова. И сегодня я показываю красивое убранство вокруг ГУМа, елку замечательную, которая стоит рядом с катком. И сегодня вы увидите огромное количество новогодних елок, украшенные в этом году, к 2019 году. В создании чудесного новогоднего настроения нам помогает и природа. Посмотрите, какой снег, как это прекрасно. А завтра утром это все будет белеть и сиять на солнце. И вот мы с вами уже в ГУМе, а там царит праздник. Очень красиво украшен ГУМ. И основная тема новогоднего декора в ГУМе – это советские мультипликационные фильмы. И звучат наши любимые советские песни. На каждой линии магазина в ряд выстроились елочки от знаменитых домов моды, от разных торговых марок и от всех каналов российского телевидения и много-много еще других. А в середине зала расположена самая главная большая елка ГУМа. В центре у фонтана. Посмотрите, как ее красиво украсили в этом году. Если у вас не совсем праздничное настроение, если вы не почувствовали праздник, то надо вам приходить сюда, в ГУМ, и у вас сразу поднимется настроение. И, кстати, здесь представлены очень модные тенденции украшения новогодних елочек. А вот с брендом Марина Ринальди я хорошо знакома. У меня есть два свитера от этой фирмы, этой марки. И вот смотрите, как красиво они украсили красными шарами свою елочку, матовыми и блестящими. Отлично. И сегодня мы путешествуем по ГУМу со Светланой. Вы помните ее еще по летним роликам? Любительница приключений и любительница путешествий, несмотря на свои за 80 с хвостиком годы. А это замечательная елочка от Боско кафе. Ну, Боско здесь очень много разных магазинов, и в том числе вот эти. А с этим брендом знакомы многие женщины. Thank you.
Здесь же можно увидеть и героев любимых фильмов. Ну, вы видите, это Карлсон. Мне очень понравилась эта елочка, украшенная розовыми ленточками и серебристыми шарами. Здесь очень много торговых точек, где вы можете выбрать и купить различные новогодние украшения. Очень много особенно шаров. Очень красивые шары. Шары настолько красивы, что трудно выбрать из них что-то тебе по сердцу. А вот и сладкие бренды. Кто не знает, в нашей стране шоколад Аленка. Теперь уже и конфеты стали делать. Очень известный бренд. Или шоколад вдохновения. Посмотрите внимательно, узнаете балерин. А эта елочка рекламирует кинозал. А эта елочка напоминает нам о знаменитом гастрономе номер один в Гуми. А это очень дорогой гастроном. В этом году я даже сделала специальный фильм об этом гастрономе, об его историческом прошлом, который, в общем-то, нам всем был очень хорошо знаком. Скажите, оливки на развес есть? Шампанское абрау дюрсо. Эти замечательные шарики напоминают нам шампанское, пузырьки шампанского. И видите, здесь еще и пробки от шампанского. Thank you.
Не говорится. А вот такую елочку из дерева вы видели? Все время здесь придумывают что-то такое фойе, все время какие-то интересные. Вот все из наших чебурашек. А вот наши любимые герои из мультфильма «Ну, погоди!» Волк и Заяц. Винни-Пух спешит улететь на шариках от злых пчел. Какие пчелы! А вот канал «Россия-1» решил украсить елочку шариками с своими любимыми ведущими. Да. Елочку журнала «Пионер» украсили мудрые мысли и афоризмы знаменитых людей. «Вы принимаете себя слишком всерьез», Артур Блох. Никто на этом свете не прав, не виноват. Все вздор и чепуха. И ну его все это к черту. Антон Павлович Чехов. Странное удовольствие говорить вещи, которые говорить не следовало бы. Оскар Уайльд. Вечером мир всегда прекрасней. Эрих Мария Ремарк. Все приходит вовремя. Лев Толстой. Да. И сейчас в тренде игрушки, вырезанные из толстого картона. Классическое оформление елочки яркими красными цветками пуансеттии. Не правда ли оригинально украшена елочка? А вот эта елочка мне тоже очень-очень понравилась. Гламурная елочка. Это как будто арктические эти. Декор елочки от Bosco Fresh сразу перенес нас в Арктику. Самолета, который кидает парашютистов наверху, и внизу с ледоколом. И вот перед нами настоящий занесенный снегом городок. Вполне рождественская картинка. В декоре этих елочек использованы только нежные орхидеи.
На территории ГУМа очень много приятных кафе, красиво украшенных. Но мы решили выбрать именно то кафе, которое находится на третьем этаже, из которого очень хороший обзор на главную елку ГУМа. До чего она красива! Заказали кофе. Конечно, мы очень устали. Это во-первых. А во-вторых, отсюда такой прекрасный вид. Я, конечно, сразу решила все это заснять. Очень люблю приходить в праздники в ГУМ. И если вы помните наш весенний ролик, который мы делали с двумя галями, вот он тоже был как раз посвящен Пасхе. И там было замечательно. Сразу поднимается настроение в этом замечательном магазине. И грустить уже не приходится. А это ватные, да, по-моему? Да, это вообще машины. Это один? Сколько там? 3-400 Да, маленькая. Ну, красивые. Пару тысяч. Шикарные. Let's go.